Хочу задать тебе пару вопросов. Пожалуйста, отвечай как можно точнее. Это важно. Я совершенно точно постараюсь, мышонок. Хай, 全部聞くぞ。オルゴールについて。Для начала расскажи, откуда у тебя музыкальная шкатулка, Татьяна? Она пришла ко мне. Женщина. В красном платье. Пришла к тебе? Когда? В мои сны. Она годами преследовала меня во снах. Она сказала, где найти эту штуку. Шкатулку. Я тебе упоминала. Что именно она сказала? Она сказала, что ты можешь сыграть важную роль в борьбе с крысиным королем. А еще хотела, чтобы ты нашел шкатулку. Чтобы убедился, что все это по-настоящему. Хай. Ма, да кедо, Игорь 自身も、たびたびタチアナの姿を見たり聞いたりしているから、自分の夢の話をする。Она мне тоже постоянно снится. Сначала я думал, что это просто мои фантазии, но... Нет! Не говори так! Она абсолютно реальная! Даже не смей в этом сомневаться! へえ。よくタラカンがネズミネズミって言ってて、ネズミ王とかって言ってたけど、あれ、正しくはネズミ王じゃなくて、ソウって読むんだね。漢字苦手だからわかんない。あれはソウっていう。ソウのことがもしかしたら、黒衣のストーカーのことを言ってんのかもしんないし、まあわからんけど。NAR について。Зачем Нар пыталась тебя убить? Разве это не очевидно, мышонок? Для меня уже ничего не очевидно.Я единственный, кто стоит между человечеством и крысиным королем. Его слуги постоянно пытаются убить меня. Ха. Че, у меня здесь его. Может, выйдешь из роли на минутку? Кто ты такой на самом деле? Из какой роли? Тут все совершенно по-настоящему. И сам таракан куда более настоящий, чем ты. В твоем имени...Есть какой-то смысл? Таракан, он таракан и есть. Скромная тварь, возродившаяся из пепла Чернобыльской катастрофы. Мелкая, живучая. Я был обычным человеком, как и ты, мышонок. Но провидение призвало меня на борьбу с крысиным королем. Так появился таракан. Хай. Хай, кавалерс, до кума де...本当に喋ってるのかわかんないな。内容もよくわかんないんだけど。Ладно. Приятно было пообщаться. はい。で、お、オリビエ、成功して帰ってきてる。Привет, Игорь. Я тут немного разведал. さすが。Впереди чисто, но с заданием тебе придется справляться самому. А еще я нашел кое-что очень полезное.はい。チームに参加した。そして、チェルノブライトを持ち帰ってきてる、オリビエ。はい、食料はまあたっぷりあるから、通常の量を与えるとして、商人。はい。まあ相変わらずこういう光景が広がってて、タラカンは？ Есть минутка. Для тебя всегда. Не могу перестать думать о том, что случилось с Антоном. Понимаю. Мне очень жаль, Оливер. Знаешь, он ведь был хорошим парнем. この話前もしたかも。Могли бы мы что-то сделать? Ты ведь понимаешь. Прекрасно понимаю. はい。今のところ過去を変えるとかそういう手段で。そのアントンを救うとかどうのこうのとかはないんだよね。Ты про крыс? Думаешь, они могут прогрызть? Но чего-то не хватает. Он исчез? Он не исчезает навсегда. Что? Словно нет. Что ты вспоминаешь? Больниц. Людей. Ты себя. Почему я здесь? Успокойся. Вам не удержать. Таракан, сейчас ты... Что?
У Михаила на складе. Дай же пока койцы. Разумеется, наш ст... 関係のステータス悪い。こいつといい関係を築けるのか、全然そんな気がしない。Привет, таракан. О, конечно, могу дать тебе. ちょっと待ってね。Только прямо. 何が得られるんだこいつからは。タラカンによる訓練。あれ、なんかこれはまたステルスっぽいな。カモフラージュ。さらにバレにくくなるのかな。節約 10% か。 10% 節約、まあまだ誤差だな。あ、でこっちで 20%。 何これ、めっちゃ欲しい。これめっちゃ欲しい。めっちゃ欲しかったやつだこれ。やっぱりそういう機能増やせんのね、環境分析機。ちょっとこれ優先させていこう。ソフトウェアアップグレード。お前そんなハイテクなことできるの本当に。こちとらもう認知症のおじさんにしか見えないんだけど、大丈夫かな。ソフトウェアアップグレード。Котом. Теперь, после доработки кабака, ты сможешь обнаружить гадких солдат нар, теней и прочих живых существ. А еще, я поставил тебе батарею большей емкости. Так ты сможешь сканировать почаще. Правда, это ненадолго. Потом батарею придется выбросить, а то взорвется. Как по мне, это очень полезная штука. Если ты уходишь на охоту или просто пытаешься избежать опасности. И идем к практике. Я спрячусь, а ты меня ищи. Надеюсь, ты все понял. Ты ведь умный мышонок. Закрой глаза и считай до 100. И не подглядывай. Хо. Бакацする? Нан нокутта? はい、タラカンを探せ。映ってない。あ、めちゃくちゃこれスキャン早くなってる。あ、こういう風に見えるんだ。あ、ありがてえな。しかもこれスキャン範囲も広がってるし、まあそれは前からなんだけど。Отлично, мышонок. Видишь, какая полезная штука. Не забывай, ты или охотник, или жертва. Таков закон природы. Хай. これはいいスキルをゲットした。Ты что случилось? Привет, дорога. О, могу ты. А, じゃあついでにこっちもやっちゃうか。スキルポイントが足りる。Отлично. Мышонок, я усовершенствовал твой КПК. Сканер теперь расходует меньше энергии и быстрее заряжается. Пригодится, когда будешь искать, чем перекусить. Пойдем на охоту. Пока будем учиться. Заодно и пополним припасы. Используй КПК, чтобы выследить и подстрелить мелкую дичь. Хай. 超万能 PDA が完成するわ。見てくれは変わんないけど。タラカンでしょ。ああ、普通の動物が映ってる。あ、武器は今持ち帰れないな。じゃあスキャンを押してナイフで切ってみろと。待って、
通に近づこう。あ、やったのか。驚きの遅さ。はい。っていうか今までのフィールド探索でそもそもこういうウサギとか普通の動物がいたかなんて確認すらしてないわ。これでよしと。コードソフトウェアアップグレード。これで PDA は完成したと言ってもいいのでは？敵もハイライトできるし、スキャナーのロード時間も短縮されてる。完璧だわ。あとはね、タラカン自身の行動にも期待したいんだけどね。今ちょっとこいつに武器を与えた後ってまともに探索してきてくれるとは思えないな。とりあえずちょっとアイテム整理も兼ねてタラカンに装備を与えよう。よし。油圧プレス機を設置したんで、これで。まあ、こんぐらいショットガンの弾もあればいっか。フィールドでもある程度入手できるだろうし。あとはそうだ。タラカンになんか装備をくれて。やろうか。何与えようかな。何もついてないけど、普通のライフルでも上げてみるか。あとは、まあ、ヘビーアーマーも作れんのか。ただちょっと今キノコがないな。いや、タクティカルアーマーでいいや。はい。知性が9か。信じられんな。戦闘能力低いな。抵抗力はあるのか。抵抗力あっても意味ないのでは。はい。まあまあまあ。あとはまあどうやって関係が良くなっていくかだよな。多分なんか今後フィールドとかでなんか選択を伴う行動をするときに突然無線に入り込んできたりするんでしょう。はい。まあこんな感じで。メインをどんどん進めていくか。12日目。前回の原発爆破からまだ2日しか経ってないけど、また急にドガーンとか言わないよね。ああ、で、そうそう。まあ、関係ないけど、空気清浄機を1機増やして、で、発電機はこっちに移動させました。それから、レーションを直接作れる栽培キットをプラスで設置した。そんぐらいかな。タラカンがそこにいる。おっと。Дорогой Игорь, прости, что оставляю записанное сообщение. Это для твоей же безопасности. Я нашел кое-что, что может помочь тебе в поисках. Документы на крыше госпиталя Припяти. Забери их как можно скорее и действуй незаметно. Мое начальство очень огорчится, узнав, что я тебе помогаю.Я был уверен, что старику можно доверять. Я бы связался с ним раньше, если бы знал, что он здесь. ありがてえ。さすがにここまでやってくれてはめられてるなんてことはないよね。まさかね。Здравствуй, мышонок. Готов продолжить наше великое дело? はい。ゲオルギー教授がイーゴルを裏切ってるとは考えにくいな。ザジラ。はい、爆発しないでくれよ。よし。さて、まあメインはこの2つだな。給油。ゲオルギー・セミオノフは私のためにやりきってくれた。
助けになりそうな書類を病院の屋上に残してくれたと。よし。で、ここは調査に行ってくれたし、オリビエ。ていうか、タラカン意外と成功率高いな。まあ、もうここは調査しに行ってもらったから、タラカンにも調査に行ってもらうとまた何か見つけられるものとかあるのかわかんないけど、まあ2人ともサブに飛ばすか。ここにタラカン飛ばして、ここオリビエで、それぞれ食料品と物資を回収してもらおう。まあこれで失敗することはないでしょう。で、開始。Может, это поворотный момент, Игорь? Могущественный союзник в таком опасном месте может все изменить. Ты всегда был таким доверчивым. Очень хочется верить, что тебе это не навредит. Хай. А, минато から開始だ。あ、さすがにね、数十年来のね、窮地の中だという教授の話をね、信じない。っていうか、こちらをはめようとしているとは考えたくはないんだけどね。で、そうそう。仲間のステータスを見ると、まあ、こういう肯定的に評価された出来事とか、否定的に評価された出来事が見えるんだけど、タラカンとの関係が悪い原因は、まあ、これだな。どっちもタラカンに否定的な行動をとってるんだよな。はい。どうなんだろうな。これ全部肯定的になるように従っていけばストーリーもいい方向に進むとか、そうなるのかちょっとわかんないな。あ、目的地これしかない。で、これね、これ、前探索に来た時、そもそもそのバーナーが使える箇所を見つけることができなかったんだよな。あ、誰かいる。あ、敵だ。よーし、これがあるおかげで敵味方の区別もつきやすいし、素晴らしい。ちょっと精神減ってるから気絶狙うか。結構いる、もしかして。結構いるな。これバレたら厄介だぞ。あえて倒す必要もないんだけど。こっちの二人はどうだ？危ない。こっちから近づいたらバレるな。おっと、ちょっと放置しようか。ここの兵士4人は手出しできなさそう。あとこっちでちょっと映ってんのはウサギかなんかか。あ、まあモンスターが映ってもおかしくはないのか。モンスターだ。そうだよね。無視するか。刺激しなければ大丈夫なはず。大丈夫だね。いや、ストレスフリーなハイライトだ。ほう？
え、これ一般兵士だよね。マップ上にも映るようになったってことでいいのかな。そうだね。まあまあまあまあ、こっちの兵士は始末した方がいいと思うんだ。あ、片方やれそうだ。あーっと、立ち止まるか。やばいかな、ここ。大丈夫だ。こっち戻ってきたな、あいつ。いい具合にね、兵士の目と目が合いそうなんだよね。撃っちゃうか、一人。と、汚染されてる。こっちはステルスいけそうだ。ここちょっとすげえ汚染されてる。よくない。あ、バレてないのかこの死体。マジか。なんで死体に気づいてくれ。こいつもやっちゃおう。あんまり精神のパラメーターに気を使ってないんだけど、減っててもいいことないから、ちゃんと治療はしないとな。はい、いらっしゃい。投げナイフとかもあれば。すげえ巻き舌。あった。お仕事ご苦労様です。